Конференция посвящена анализу того, как исполняется указ президента об основах государственной культурной политики. К рождению этого указа напрямую причастен наш кинофорум «Золотой Витязь», который 33 года назад провозгласил в своих трибун такую формулу: традиционные духовно-нравственные ценности. Это сказано было на площадках «Золотого Витязя». Это было принято нашим святейшим патриархом Алексеем. Он поддержал это, начал эту же формулу проводить в жизнь. И вот окончилось тем, что президент услышал нашего нового патриарха Кирилла, который предложил от имени Патриаршего Совета по культуре президенту подумать о создании стратегии государственной культурной политики. И вот когда уже президент дал указание, ну, естественно, все заработало, и администрация президента, и начали тысячи деятелей культуры вызывать в администрацию, и меня приглашали, как вы видите, вот эту стратегию. Я ответил, что мы-то это выработали еще в 92 году. В нашем девизе уже было все заявлено. Этот девиз – за нравственные идеалы, за возвышение души человека. Иного и не могло быть девиза у Витязя, потому что мы опирались на наши традиции всегда. Создан полтора года назад культурный фронт России. И здесь присутствуют его сопредседатели и члены регионального штаба Омского отделения нашего культурного фронта. Как вы знаете, сопредседатели в центре – это великие имена. Это Гергиев, Кончаловский, Башмет, Прилепин. Знаете, что все творческие союзы вошли в наш культурный фронт. Удивляло моих коллег по Думе, они мне говорили прямо: а как-то у вас все получилось-то? Мы для того, чтобы что-то пробить, мы идем туда, там, уговариваем, просим, чуть ли не на коленях, доказываем, а вы никого не спрашивали, взяли и создали. Да, мы не спрашивали, это не по разнарядке оттуда, это не партийное объединение, потому что мы объединяем, ну, абсолютно разных людей. Это принципиально не партийное дело. А я вообще, ну, это отдельное мое отношение к партии. Я поэтому и не шел очень долго в Думу, мне дважды предлагали, потому что я не доверял. Одно говорят, другое делают. Сейчас я не жалею, что я пришел со справедливой Россией, не вступая в партию. Это было условие мое. Я разделял программу. В этой программе это единственная партия из 40, которая провозгласила первым пунктом своей программы культуру. Только они. И вот идет борьба. Идет борьба, это вечная борьба. Кто-то мне говорил: почему фронт? Ну что вы, теперь речь идет о культуре. Я приводил этим людям слова Гоголя Великого, который тогда еще при своей жизни сказал: сейчас идет бой. Самый главный бой, бой за душу человека. Вот этот бой ведет Золотой Витязь, этот бой ведет культурный фронт России. Мгновенно было открыто 63 отделения по всей России, и Владивосток, и Калининград, Сибирь, Омск, Кавказ, Чечня. 63, сейчас уже 65. И все время прибавляется, потому что люди хотят этим заниматься. Хотят, чтобы очищалось пространство культуры, чтобы уходило это время равнодушных, латентных русофобов, наших соотечественников. Часто говорили последние два года, что, ну вот, уехали там наши деятели культуры. Очень жаль, что так мало отъехали.
очищается пространство от этого шоу-бизнеса, от самозваных королев и королей, топчащихся на кресте. Мало отъехал. Шоу-бизнес продолжает свою работу. Я говорил с министром культуры Софьей Борисовной Любимовым, я говорю, мы предложили это в Думе вывести шоу-бизнес из понятия культура, потому что это не культура, это бизнес. Это три аккорда, это пошлые тексты, я тебя хочу, я тебя не хочу. Эти децибелы, эти раскрашенные павлины, наши певцы, которые всем уже так надоели, а их продолжают нам впаривать со всех экранов. Мне Ольга Борисовна ответила, что а мы и не поддерживаем шоу-бизнес. Вообще об этом нет речи, чтобы Минкультура поддерживала шоу-бизнес. А я говорю, а как же они? А вот так они сами, у них есть деньги. Они покупают каналы и впихивают туда своих королев и королей. И понижают духовный уровень народа. Это должно оканчиваться. Это Россия, у нас это не пройдет. Ну, проходило долгие годы. Но если Божий суд на перстнике разврата, только бы побыстрее бы это все заканчивало. Некогда ждать, наши дети сейчас гибнут на передовой за новую Россию, не за 500 олигархов, которые жируют, а народу приходится просто выживать. Но, слава Богу, президент думает о том, чтобы улучшать жизнь нашего народа.